небольшое сравнение размеров палатки Track Planet Dallas 3 и Track Planet Dallas 4. По высоте они немножко разные, трешка пониже, четверка повыше, а по ширине они, конечно, очень сильно отличаются. То есть трешка, она реально трешка, и вполне себе помещается 3 взрослых человека. Длина у них очень хорошая, он 2.10 или 2.20. И четверка, она такая же по длине здоровая, а по ширине она просто огромная. То есть в ней можно даже, наверное, человек 5 положить, если небольшого роста или с детьми. Очень-очень-очень большая палатка получается. Классные палатки, легкие, непромокаемые, ничего не протекает. Ну, конечно, все такое супер дешевенький эконом-вариант. То есть, как видно, да, качество изготовления, ниток. То есть, пару сезонов слабенькой эксплуатации они отходят. Все, потом все это порвется. У них цена 3000 рублей, грубо говоря, на круг. А какой недостаток? Недостаток у них очень простой. Вот эти вот швы, они никак вообще тут, по-моему, не проклеены. Они кое-как сделаны, они в этих местах протекают. То есть именно в самом углу там вода потекает. Потому что по периметру подтекать негде. Вот люди 2 дня жили в этой палатке под дождями. И именно здесь вот у них протекло, потому что они поставили на ровной поверхности, не откопались. Палатку не окопали рвом, поставили прямо на ровной полянке. И воды было очень много, сильная гроза была 2 дня подряд. И у них вот по углам она начала протекать. То есть сверху тян держал, а именно та вода, которая лилась по земле, начала затекать через углы в палатку. А так вот, ну, прикольные, дешевые, легкие. Где-то по 3-3,5 килограмма они весят. Четверка вообще огромная. Вот. Если в тройке жило 2 взрослых, 2 детей, то двое взрослых четверки, они сказали, что, конечно, она просто огромная, гигантская, это слишком много места. Вот тут по бокам есть кармашки. Сверху, по-моему, там ветерка какая-то есть, можно подвесить фонарик. Это огромные вентиляционные окна. Ну и, соответственно, конечно, тенты есть, просто я их сейчас уже высушу. Поэтому они лежат отдельно, чтобы было видно внутренности палатки. Ну, классные палатки. Двойное, соответственно, двойная дверца. То есть одну можно закрыть, если холодно, открыть. И оставить только от насекомых сетку, чтобы было попрохладнее в палатке. Track Planet Dallas 1, Dallas 3 и Track Planet Dallas 4. Ну, двойку, соответственно, я показывать не буду. Она еще уже.